Герб города – это некий таинственный символ, который можно прочитать только при помощи особого ключа. В нашем случае ключ – это история города. На большинстве старинных гербов русских городов изображены звери, птицы, с зубами, рогами, когтями, что говорит об их защищенности от врагов. А поздний тамбовский герб идиллически мирный, поэтому ни при каких войнах он не был взят. Попробуем его разгадать. Раньше здесь была дикая степь с редкими поселениями мордвы, а после победы русских войск над татарами Иван III передал сыну эти земли. Отдельные набеги татар продолжаются долго, и московское правительство принимает решительные меры к укреплению всей пограничной со степью окраины. Возникают города-крепости, строится и крепость Тамбов. Заложили город в низовье реки Цна, что в переводе с мордовского означает «вкусная вода». Строительство началось с возведения Преображенской церкви. К тому времени мордва была крещена в православие. В крепость потянулись казаки с Дона, опальные крестьяне. Они, да местное дворянство, стали защитниками крепости. Название Тамбов, низкие, низменные, топки и так далее, родило еще одну легенду, самоназвание, а именно легенду в пересказе, связанную с набегом ногайских племен на Тамбов, когда они воскликнули «Тамбов», что в переводе как бы означало «там Бог». Игра окончаний в словах «Тамбов» и «там Бог» и легло в основу этой легенды. Именно оно становится одним из ключей к пониманию судьбы города, символов его будущего герба и даже оберегом города Тамбова. Укрепления Тамбова в первоначальном виде пережили крестьянскую войну под предводительством Степана Разина. Бунтари держали крепость в осаде 3 месяца, но войти в нее не смогли. Огромный пожар полностью опустошил крепость. С этого времени начинается новая веха в жизни Тамбова. Город возрождается из пепла и строится заново. С конца 18 века начинается новая история города. По указу Екатерины II Тамбов обретает свой герб. Герб Тамбова впервые появился еще в период правления императрицы Анны Иоанновны. Он считается одним из самых старых официально утвержденных геральдических символов в России. В 1729-1730 годах данную эмблему использовали тамбовские драгунские полки. Через полвека его повторно подтвердила императрица Екатерина II. В лазуревом щите серебряной улей, сопровождаемой во главе щита 3 таковыми же пчелами. Энциклопедия Брокгауза Ефрон. А весь герб в венке из дубовых листьев и с императорской короной был одним из самых красивых из всех гербов городов Российской империи. Улей на нем был стилизован под крепость, которая была заложена в 1636 году и являлась ключевым оборонительным форпостом на южных границах России. Ни один элемент на гербе города Тамбова не появился случайно. Лазуревый оттенок щита традиционной формы в геральдике символизирует честность, честь, верность, величие. Кроме того, это цвет неба, гармонии, спокойствия. Зеленая трава в нижней части герба говорит об изобилии. Улей – это и крепость, и символ общественного устройства. Над ним 3 пчелы. Вергилий трактует в своих георгиках улей как наилучший способ усмирения народных волнений, которые в Тамбовской губернии были постоянны. Пчелы ревниво охраняют свои секреты, залепляя входы и выходы воском, создавая лабиринты. Они считаются символом трудолюбия, а еще и красноречия. Существует легенда, что на уста Платона в детстве спускались пчелы, сообщая ему этот дар. К тому же пчела – символ поэта, а мед – поэзии. Через 100 лет Тамбов становится губернским городом. В состав губернии вошло много городов, все они получили свои гербы. Но до этого была еще одна блестящая страница в истории города. Постепенно Тамбов теряет свое оборонительно-стратегическое значение и в 18 веке начинает развиваться как центр торговли. Тамбов меняется при наместнике, а затем губернаторе Гаврииле Романовиче Державине. Именно ему мы обязаны первым театром, первой библиотекой. В период губернаторства Державина город расцвел. Началось строительство железных дорог, открытие школ, семинарий, больниц, типографий. Город благоустраивается. Вполне возможно, что губернатор принимал участие в создании герба. «Пчелка золотая, что же ты жужжишь? Все в круг летая, прочь не летишь».
Война с Наполеоном, принесшая огромные испытания России, не обошла Тамбов, хотя военных действий здесь не было. Когда французская армия вплотную приблизилась к Москве, Тамбов принял беженцев из столицы и близлежащих к ней городов. В город и его окрестности приезжали дворяне, многие из которых навсегда связали жизнь с этой землей. В Тамбове жили несколько поколений дворян Чечериных. Несколько лет жил и работал в Тамбовском госпитале знаменитый хирург и епископ, причисленный к лику святых Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, святитель Лука, которому мир обязан многими открытиями в области медицины. Много дворянских домов сохранились в Тамбове, где жили Нарышкины, Асеевы, Строгановы, Воейковы. Мирно и созидательно жил город до Октябрьского переворота, хранимый своим гербом. Революцию в Тамбовской губернии поначалу даже не заметили, а заметив, начали бунтовать. Бунты переросли в страшную крестьянскую войну, возглавил которую Александр Антонов. Не скоро, но жестоко подавила власть эту войну. Целые деревни были вытравлены хлором, чтобы неповадно было бунтовать. Но противостояние продолжалось вплоть до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны город не пострадал, но много тамбовчан погибли на ее полях. Город был храним своим гербом, да еще легендой. Там Бог. После войны в Тамбове развивается промышленность, наука и искусство. Город продолжает строиться. Интересно, что в советскую эпоху герб города не имел официального статуса. Однако в 1986 году была выпущена почтовая марка с его изображением. Лишь в 2002 году исторический герб города был наконец восстановлен. В его реконструкции принимали участие члены Союза российских геральдистов. Художником и дизайнером нового герба стала Оксана Афанасьева, а консультировал этот процесс Константин Моченов. В особо торжественных случаях герб города может украшать лента Ордена Трудового Красного Знамени, которым Тамбов был награжден в 1986 году. Символ содержится в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации под номером 4233. Символы – это проявление вечного и подлинного во времени. Тамбов получил эмблему улей с пчелами, как символ крепости с девизом «Ото всех затворено есть». И действительно, в дальнейшем этот девиз был воплощен в жизнь, и никогда наш город не был захвачен. Тамбов, оберегаемый ими, сейчас один из красивейших городов России. Над ульем три пчелы. Число три в нумерологии означает созидание. Люди, находящиеся под оберегом триады, символом единого Бога, будут жить, не зная препятствий и разочарований.